там происходило следующее. Украинцы выходили на митинги, говорили: уходите, оккупанты. По трассам ездил мэр Херсона и матом ругался на росгвардейцев. Никто ничего не предпринимал. Это весна 20... Это март 22-го. Март 22-го. И она, значит, заехали там временная оперативная группа чекистская. И это ребята, которые в Донецке работали. Она была депутатом. А депутаты, они же общаются. Вот. Иногда приходилось общаться, в том числе по разным курьезным ситуациям. И она приходит к ним и говорит: что вы с митингами ничего не делаете? У нас нету приказа. Это я дословно ее цитирую. Она взяла, значит, удаленно посадила ребят, вот, на то, чтобы вычислить сетку организаторов митинга. В Инстаграме, в Фейсбуке. В Херсоне. Да, в Херсоне, в Каховке, по-моему. Угу. Ну, в Херсоне в основном они активничали. Она выявила сетку, потом эту сетку приехал в МВД, она нами контролировалась, и сопоставила с МВДшной базой, с адресной, выявила адреса, распечатала. Она берет этот список, едет к Атаману Ивановичу, это создатель батальона «Кальмиус». Вот, он сейчас сидит за мародерство, как раз в то время он это, этим всем занимался. Она приехала к нему, была знакома, говорит: Атаман Иванович, дай мне ребят, мне надо произвести арест. И она, значит, все, пакует их там, тюрем не хватило, яму выкопали. Красиво, четко. Это вот. Весна 22-го. Это март 22-го. Март 22-го. Вот. И митинги прекратились.